Более полусотни юных зрителей с замиранием сердца встречали каждого нового персонажа новогоднего спектакля. Традиционно такие приятные поводы дарят малышам, которые довольно много времени проводят один на один со своей бедой, шанс пообщаться со сверстниками, увидеть, как многогранен мир и как много интересного их ждет здесь. Предварительно была проведена большая работа. Мы собирали пожертвования от населения через копилки, установленные в торговых точках города Бреста. И благодаря неравнодушным горожанам нам удалось закупить около 200 подарков новогодних. И мы будем вручать это детям, страдающим, детям-инвалидам и также детям из социально опасных семей. Что ожидают дети? Красивое представление, подарки. Это желание Нового года. Посмотреть сказку, попасть в эту сказку, почувствовать эти эмоции, побыть в этой сказке, получить подарок. Сказка по мотивам известной повести Ханса Кристиана Андерсена «Снежная королева» готовилась на протяжении полугода. Все персонажи в ней – воспитанники Центра дополнительного образования детей и молодежи. Всего порядка 50 человек. Для них это выступление особенно вдвойне. Каждый год ребята нашего учреждения готовятся к этой акции и к этому спектаклю. И может быть у них двойная такая ответственность и желание выступать именно перед такими детьми. Потому что наши дети и дети, которые к нам приходят, в гости, они абсолютно не отличаются. Ну, только если по здоровью. А так они такие же наши гости. И веселые, такие же дети. Так же хотят встречать Новый год. И поэтому наши дети с удовольствием с ними и дружат. Вы сегодня увидите, как они для них выступают с удовольствием. Как они с ними водят хороводы. Вообще у них полное взаимопонимание всегда. В трудный день, в трудный час Герда, вспомни ты про нас. Ты не дай братишке Каю превратиться в негодяя. Ледяное сердце Кая от твоей любви растает. История о том, как добро побеждает зло, о том, как хорошее человеческое отношение способно победить даже самые коварные замыслы, должна стать мотивацией для юных зрителей. Да, их сравнительно небольшая жизнь была непростой, но шанс жить, как обычные люди, у них есть. Главное – поверить в себя, в свои силы и не отступать от задуманного. А хорошим завершением праздника стало вручение новогодних подарков.